Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте начнем наше мероприятие, такой вебинар, посвященный конкурсу, который объявил Российский научный фонд на проведение ориентированных прикладных исследований в области микроэлектроники. Это у нас уже второй конкурс микроэлектроники, но в отличие от первого, он, конечно, поражает своим масштабом. Он значительно больше, мы отдельно о нем остановимся. Традиционно я хотел бы вначале поблагодарить за участие, за поддержку, за организацию и совещание своих членов, ассоциацию консорциум дизайн-центров и предприятий электронной промышленности, ассоциацию вузов электронной компонентной базы. Большое вам спасибо, у нас складывается достаточно хорошее традиционное плодотворное сотрудничество. Надеюсь, что и в дальнейшем мы с вами будем очень плодотворно сотрудничать. У нас сегодня по регламенту два выступления. Мое, немножко такое значительное, большое, и после меня с некоторыми пояснениями, может быть, акцентами с точки зрения формирования заявок, формирования проектов технических заданий для выполнения соответствующих работ. Выступит Сергей Гаврилов, руководитель секции электроники в НТС, вам хорошо знакомый человек. Понятно, что мы сегодня пройдемся в целом по конкурсной документации, наверное, остановимся на каких-то акцентах, которые важны для фонда, важны, наверное, для участников и отбора, и последующих, наверное, исполнителей. Но, конечно, призываю вас обратиться к первоисточнику, собственно, к конкурсной документации. Она размещена на сайте Российского научного фонда. Внимательно ее читать. Больше, чем написано в конкурсной документации, я вам не скажу это точно. Поэтому прежде всего смотрим конкурсную документацию. Но это не отменяет самой возможности обращения к нам, Российский научный фонд, с теми вопросами, которые у вас возникают по формированию заявки, по заполнению отдельных форм, формирования технического задания, план графика, иных документов, которые необходимы в рамках заявки. Сотрудники фонда оперативно будут отвечать на ваши вопросы. Даже в том случае, если вы разместили какие-то уже сейчас заявки, и у вас есть сомнения относительно того, правильно или неправильно заполнили, вы можете по адресам электронной почты обратиться с вопросом, либо позвонить. В общем, мы дадим вам какие-то пояснения, у вас всегда остается возможность, что у вас еще 2 недели на формирование заявок, чтобы отозвать свою заявку и представить. Я прошу это учесть. Ну, давайте перейдем уже, собственно, к содержанию наших конкурсов. Итак, значит, Российский научный фонд объявил. Можно следующий слайд? Российский научный фонд объявил 7 конкурсов. Они фактически сформированы по отдельным разделам классификатора Российского научного фонда. Я понимаю, вам они уже, наверное, хорошо известны, эти направления, по которым мы ведем свою работу с точки зрения формирования разработок в области производства электронной компонентной базы. Это 9 лотов. 9, то есть 7 конкурсов, которые объявлены Российским научным фондом. Специфика всех ориентированных и прикладных исследований, которые сейчас поддерживаются фондом, состоит в том, что в рамках конкурсов имеются лоты, по которым, собственно, и ведется отбор. Каждый лот фиксирует отбор по конкретному проекту с конкретными требованиями, на которые необходимо представить заявку, отобраться и в последующем
исполнять. Значит, в рамках 7 конкурсов у нас 45 лотов. Вы видите, что неравномерное распределение по отдельным разделам. Есть разделы, в которых всего один лот, есть разделы, в которых 14 лотов, разброс достаточно большой. Это было определено отбором тех тематик, тех проектов, которые были заявлены со стороны предприятий отрасли, индустрии заинтересованной, соответствующих проектов, которые необходимо выполнить. Вы видите, что по каждому из разделов неравномерное распределение на прикладные и ориентированные исследования. В основном запрос со стороны предприятий отрасли идет на выполнение прикладные исследования. Но есть и большое количество проектов, 5 лотов у нас по ориентированным исследованиям. Общий объем средств, который предполагается направить на поддержку развития ориентированных исследований в рамках конкурсов свыше 1 миллиарда, 1 105 миллионов рублей. Я хотел бы сразу анонсировать, что помимо этого, эти 45 лотов, у нас в ближайшее время предстоит конкурс на оставшиеся 40 лотов. И здесь, скорее всего, диспропорция между отдельными разделами будет чуть-чуть выровнена, чуть больше будет на лотов на производство приборов на основе квантовых эффектов. Там будут у нас технологии, связанные с гибкой электроникой. В данном случае я просто анонсирую предстоящие события. Итак, в данном случае 7 конкурсов, 45 лотов. Дальше, определенный момент, это даты, в которых мы, дедлайны, в которых мы находимся. Итак, октября мы объявились. В связи с тем, что мы идем в очень сжатые сроки, задача, поставленная перед Российским научным конкурсом, в том, чтобы определить победителей, подписать соглашение и профинансировать начало выполнения работ уже в этом году, это определило и требование к срокам, с одной стороны, подготовки заявки не более 1 месяца. Итак, 7 ноября мы завершаем прием заявок. С учетом того, что сегодня у нас 20 число, еще есть 2 недели. Те, кто еще не приступал, по-моему, пора приступить. Те, кто находится в порядке работы над заявкой, пора уже завершать. Те, которые лучше хотели бы внести изменения, должны поторопиться. У кого-то микрофон. Коллеги, посмотрите, у кого включен микрофон, его нужно отключить. И, соответственно, 7 ноября по 2 декабря, как и месяц, как и период на подготовку заявки, мы берем на проведение экспертизы. 7 декабря будет подведение итогов. То есть практически 7 декабря мы определим предварительным решением правления фонда. И до 20 декабря мы намерены заключить соглашение и перечислить средства победителям конкурса. Что еще важно? Здесь наша работа с вами с точки зрения формирования плановых документов не завершается. И в течение месяца после заключения соглашения мы ожидаем от вас копию подписанного договора на выполнение научно-исследовательской работы между организации исполнителем и организации заказчиком, в котором будут определены нюансы, которые не входят в соглашение четырехстороннее, которое подписывается по итогам отбора данного конкурса между организацией исполнителем, заказчиком, фондом и руководителем проекта. Отдельные нюансы, которые важны как для исполнителя, так и для заказчика. С одной стороны, далее, в течение месяца с момента подписания договора, мы будем ждать от вас копию плана совместных работ, фактически детального плана, который уточнит, детализирует
план, график выполнения всего проекта. Соответственно, примерно к середине марта мы должны с вами сформировать полный пакет документов, определяющих организацию реализации гранта на выполнение того или иного лота, по которому будут вы, как организация исполнителя, будете определены. Что еще важно с точки зрения срока? Это этап. Вы видите, что конкурсная документация у нас трехэтапный проект. Да? Но специфика состоит в том, что мы не привязываемся к календарному году и к финансовому году. Это, мне кажется, важно и удобно для вас, как исполнителей, удобно для организации заказчиков. Это означает, что средства, которые мы перечисляем в этом году, отчетность по ним мы будем ждать от вас в конце следующего года. Значит, первый этап завершается 30 сентября. Мы берем себе месяц на проведение экспертизы. И если она положительная с точки зрения промежуточных результатов, достигнутых по итогам выполнения, то в середине ноября мы выплатим, авансируем выполнение следующего этапа. Примерно 15-20 ноября 2024 года вы получите средства, организация победителей получит средства на выполнение второго этапа, также в последующем третьего. Давайте дальше. Значит, итогом отбора, то есть после того, как будут определены победители 7 декабря 7 по 20, мы должны заключить соглашение с победителями конкурса в разрезе каждого лота. И это является документом, который будет определять взаимные права и обязательства всех четырех сторон. Что очень важно, обращение в данном случае взяты отдельные в качестве примера из конкурсной документации права и обязанности сторон, мы максимально приблизили их к требованиям, которые устанавливаются ГОСТами на выполнение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских. Для нас это принципиально. Это принципиально для также организации заказчиков. И это будет необходимо учитывать при выполнении проекта. Понятно, что у тех организаций, которые есть опыт выполнения прикладных и опытных конструкторских работ, ничего особенного здесь не возникает. Но те организации, которые станут победителями по проектам и не имеют соответствующего опыта, они должны быть готовы к тому, что требования, которые мы будем предъявлять в ходе реализации проекта, будут не просто максимально приближены к ГОСТам, они будут выполняться в соответствии с ГОСТами на выполнение научно-исследовательских работ. Давайте дальше. Итогом выполнения работ с результатом должны стать не только отчеты, хотя они предусмотрены, безусловно, по завершению работ. Результат всегда субстанциональный. Он должен завершаться определенной сущностью, материальной сущностью. Да. Значит, с точки зрения показателей, здесь такие сущности введены, как прототипы электронной компонентной базы и образцы материалов. То, что мы будем ожидать от вас. Понятно, что в рамках выполнения ориентированных и прикладных исследований эти результаты будут несколько различаться. Да? В ориентированных исследованиях минимальный результат, который мы ожидаем от вас, завершается лабораторным образцом, а вот в прикладных исследованиях это либо экспериментальный образец, либо опытный образец, либо опытная партия материала. Понятно, что для разных направлений, условно говоря, для технологии, системы автоматизированного проектирования, оборудования материалов, это будут разные функциональные результаты. И здесь переходим к некоторому существенному моменту, то, что отличает нынешние конкурсы от всех ранее проводимых конкурсов
Российским научным фондом. Это максимально детальное, артикулированное определение того результата, который должен быть получен по итогу выполнения гранта, по итогу выполнения проекта. Я хочу сказать, что это не только максимально детальное и точное описание того результата, который должен быть получен, это те требования, которые совместно в рамках взаимодействия с Российским научным фондом сформулировала организация заказчика. Вот пункты, связанные с 7-8 раздел, как вы видите. Это хорошо, что мы проводим в формате вебинара, перед нами есть мониторы, и вы можете очень внимательно посмотреть на этот слайд. Итак, 7-8 пункт определяет те требования к результату, которые должны быть достигнуты. Эти требования установила организация заказчика, исходя из своих планов, производственных планов, которые она предполагает реализовать и в рамках которых необходима соответствующая разработка. Вот это необходимо удерживать при формировании заявки, понимания. Это первое. Второе, что очень важно, что технические требования организации заказчика используются организации заявителя, который претендует на то, чтобы стать организацией исполнителем при формировании своей заявки и при формировании проекта технического задания. На что бы обратил ваше внимание? Чуть далее я еще раз к этому вернусь. Фактически вот в рамках пункта 7 технических требований организация заказчика отвечает на вопрос, что она хочет получить. Это очень важно. В рамках пункта раздела 8 организация заказчика устанавливает общие требования к тому, как она хочет это получить. Мы еще будем останавливаться на форме, связанной с техническим заданием, но сразу хочу указать на то, что фактически вот раздел 7, который определяет требования к результату, во-первых, они полностью переносятся в проект технического задания, который формирует организация заявитель в рамках данного конкурса, и не может быть изменено. Эти требования не могут быть изменены. В какой части? Они не могут быть уменьшены, сокращены, удалены. Параметры могут быть расширены, уточнены. Но вот это сокращение требований к результату недопустимо. Это будет рассматриваться как нарушение требования к представлению заявки. А вот раздел 8, который также частично составляет из себя последующее техническое задание на выполнение, конечно, является в большей степени прерогативой организации исполнителей. Она может раскрыть подходы к реализации выполнения задания. И фактически раздел 8 здесь задает требования к тому, как со стороны организации заказчика видится исполнение, но вот при формировании технического задания, при формировании соответствующей формы, организация исполнитель, конечно, имеет возможность здесь насытить и представить расширенное представление о том, как предполагается выполнение соответствующих работ. Очевидно, что в данном случае раздел 7 фиксирует требования к лотам, которые связаны с разработками в области технологий. Несколько иные требования, безусловно, и это, естественно, устанавливаются для разработок в области исследования разработок, связанных с оборудованием, материалом и системами автоматизированного проектирования. Сразу хотел бы обратить ваше внимание, в данном случае нужно относиться к конкурсной документации, она насыщена сносками. Прошу вас внимательно читать эти сноски, потому что они указывают в отдельных случаях требования к заполнению отдельных полей форм заявок с точки зрения переноса информации, которая есть в технических требованиях, соответствующие разделы форм заявок. Ну что, двигаемся дальше.
Я хочу сказать, что технические требования, которые вот мы с вами рассмотрели, являются составной частью конкурсной документации, так называемое приложение 1. Можно еще раз посмотреть конкурсную документацию и увидеть, что фактически для каждого из 7 объявленных конкурсов именно приложение 1 составляет основной объем тех требований, которые определяют условия проведения конкурса. Итак, немаловажное требование в нынешних 7 конкурсах – это наличие софинансирования проекта. Обратил бы ваше внимание, что софинансирование проекта обеспечивает организация заказчик. Это первое. Расходы организации заказчика должны быть учтены. Это означает, что организация заказчика и организация исполнитель должна вести раздельный учет расходов в рамках выполнения проекта. К учету в качестве финансирования попадают те расходы, которые направлены на реализацию мероприятий, предусмотренных планом графика. В смысле, план график становится основой, которая актуализирует и валидирует расходы, которые выполняет организация заказчика, которая претендует на то, чтобы считаться вкладом в софинансирование проекта. Объем средств, который организация заказчик должна предоставить в качестве финансирования, небольшой. Но все же есть, он 5%, не менее 5% должно быть предоставлено. Предусмотрено две формы софинансирования. Ну, собственно, денежные средства стандартные, когда организация заказчик просто передаст эти средства на выполнение отдельных мероприятий. Плана графика организации исполнителю, она сможет их выполнить. Но я понимаю, основной интерес для всех организаций исполнителей, организаций заказчиков. В качестве затрат организация заказчика. Здесь в конкурсной документации мы постарались настроить систему, чтобы она видела эти средства, которые разумным образом могут быть потрачены организацией заказчика. Какие же это? Это вот стоимость использованных материальных запасов, это сумма начисления амортизации и затраты на выполнение сторонними организациями отдельных работ, которые являются основной частью плана графика выполнения работ по проекту. Обращаю ваше внимание, что не все средства, в зависимости от источника, могут быть зачтены в организации заказчика. Это традиционное требование практически во всех конкурсах, которые идут за счет средств федерального бюджета. Безусловно, это не могут быть средства ни государственного задания, ни целевой субсидии, не средства иных фондов поддержки научно-технической деятельности, и вообще все средства бюджета, которые направляются по направлению, которые предоставлены в качестве поддержки организации заказчика. Мы сейчас перейдем к слайду, связанному с финансированием, и я бы исходно попросил вас обратить внимание, что вот направление расходов на софинансирование будет очень сильно коррелировать с теми расходами, которые будут приниматься в качестве финансового обеспечения расходов проекта. Вот на следующий, да. Обращаю ваше внимание, что все расходы прямые, это может быть необычно, но мы многократно проходили обсуждение и в рамках нашего технологического совета, и с экспертами отрасли. И нам кажется, что мы учли все возможные направления расходов, которые ранее в той или иной степени попадали в качестве косвенных. По нашему мнению, вот, косвенные расходы учтены в следующих опциях, которые мы предусмотрели в рамках прямых расходов. Это то, что на административно-управленческий персонал вы можете расходовать средства, но не более 5%. Вы можете расходовать средства на командировки, связанные с целями выполнения проекта. Также вы можете расходовать средства, связанные на
содержание, аренду и эксплуатацию оборудования. Что для нас принципиально, что в этой ситуации мы должны, безусловно, вести, как я уже говорил, раздельный учет и осуществлять расходы в соответствии с теми, относить эти расходы на выполнение проекта в соответствии с локальными вашей организации. Можно сейчас просто перелистнуть назад, чтобы еще раз вот указать эту связь между направлениями расходов на финансирование, да, прямые расходы, и те средства, которые будут использоваться, могут рассматриваться в качестве зачета, как вклад в рамках софинансирования организации заказчика. Вы видите, что и там есть возможность направлять расходы на использование материальных запасов, сумма носительной амортизации, в данном случае софинансирование, прямых расходов – это расходы, связанные на содержание и эксплуатацию оборудования. То есть пересечение у нас здесь напрямую есть. Да? Давайте двинемся дальше. Перейдем к составу заявки. Значит, в отличие от традиционных конкурсов Российского научного фонда, у нас не три формы, их стало 8. И они изменились по содержанию. Я бы обратил ваше внимание, что эти формы делятся на две, можно выделить две, что ли, группы форм, да, у которых разная целевая функция. Первые 5 форм, ну я не беру, в общем, титульную, да, но вот первые 5 форм фактически должны убедить фонд, экспертизу фонда в потенциале коллектива в реализации соответствующего проекта. А вот 6, 7, 8 форма должны убедить в том, что есть представления, есть планы, которые точно обеспечивают организацию выполнения проекта. Итак, потенциал и организация выполнения проекта – вот две группы форм. И в этом смысле, когда вы их заполняете, вы именно это должны удерживать в голове. В силу того, что при экспертизе именно на это будет направлено внимание экспертов, именно вот на ответы, на соответствующие вопросы в рамках экспертного заключения должны составить позицию фонда в рамках экспертизы, действительно организация обладает необходимым потенциалом, и представление об организации выполнения проекта точно гарантирует достижение того результата, который обозначен организацией заказчиком и сформулировано у нас в рамках приложения один конкурсной документации в виде лотов. И давайте отдельно пройдемся по каждой форме. Итак, форма первая – это общие сведения о научно-техническом, о научном и научно-техническом проекте. Конечно, эта форма должна давать общее представление о проекте, она должна задавать его рамку, точно фокусировать внимание на решение тех технологических, на решение тех задач, которые стоят в рамках технологического предложения организации заказчика. Вы видите здесь, есть разделы, связанные с определением требований к той технологии, материалу, оборудованию, к программе, которая должна быть получена по итогу выполнения проекта, те характеристики, которые должна обладать. Это, безусловно, должно быть увязано с решением той научной либо научно-технической задачи, которая фактически выступает барьером достижения соответствующих характеристик у технологии, оборудования, материала, либо программного обеспечения. И обращаю ваше внимание, конечно, фиксация того результата, который должен выйти по итогу выполнения проекта. Следующая форма. Форма о сведениях об организации участников конкурса. Это новая форма для практики Российского научного фонда.
связано это с тем, что ответственность за выполнение проекта переносится на организацию заявителя, на организацию исполнителя, потому что для фундаментальных и поисковых проектов было характерно, что ответственность лежит на научном руководителе. В данном случае для прикладных и ориентированных исследований эта ответственность лежит на организации заявителей, на организации исполнителей. Да. И здесь, конечно, оценивается, с одной стороны, инфраструктурный потенциал организации. Это наличие соответствующей исследовательской экспериментальной инфраструктуры, которая необходима для выполнения проекта. Это, безусловно, доступ организации к возможности проведения экспериментальных работ, испытаний, тех результатов, которые получены в рамках проекта на производственных технологических участках. Это, безусловно, опыт выполнения прикладных и опытно-конструкторских работ, которые есть у организации. И немаловажно для микроэлектроники уж точно, это наличие организации сертифицированной системы менеджмента качества, которая обеспечивает достижение определенного уровня качества при выполнении исследований и разработок. Форма номер три. Сведения о руководителе проекта. Традиционная форма для Российского научного фонда. Но здесь бы я обратил ваше внимание, что помимо традиционной информации, которая характеризует руководителя как научного руководителя, как имеющего определенный бэкграунд в исследовании, который выражается, безусловно, в статьях, выражается в патентах, отдельно требуется представление информации о его участии и руководстве на выполнение прикладных и опытно-конструкторских работ. В форме номер 4 необходимо представить сведения уже о коллективе, который будет принимать участие, ну, то есть, который непосредственно будет выполнять проект. И здесь, помимо того, что необходимо показать тот опыт, который есть у этого коллектива на выполнении прикладных и опытно-конструкторских работ, работ, связанных с взаимодействием с производством, раскрыть коллектив, указав ту часть, которая будет заниматься сельской частью, та часть, которая возьмет на себя выполнение инженерно-технических задач, и те, кто будет выполнять задачи, связанные с администрированием проекта. Отдельно бы обратил ваше внимание, что есть раздел, связанный с описанием организации системы управления проекта и распределения ролей. Для нас это важно, чтобы у заявителя было понимание, кто из участников коллектива, какая зона ответственности конкретно у каждого участника коллектива. И вот завершающая форма в группе, связанной с оценкой потенциала, это форма достаточно большая, форма 5, содержание проекта. Что ли, ключевая цель, ключевая задача данной формы – это убедить заказчика, организацию заказчика, то, что коллектив точно знает, как достигнуть требуемого уровня зрелости технологий. В данном случае мы выделили здесь две группы позиций. Они находятся в определенной связи между собой. Это вот позиция с 5.1 до 5.5 и с 5.9 до 5.12. В форме есть ряд других позиций, но я бы обратил ваше внимание именно на эти две группы позиций. Значит, если вот вторая, начну со второй группы позиций, текущего уровня зрелости технологии до того уровня, который необходимо достигнуть. Важно, чтобы коллектив продемонстрировал, что он обладает, во-первых, заделом с точки зрения технологической разработки, которая представляет, и
него есть веские аргументы относительно того, что он готов достигнуть требуемого уровня зрелости технологий, тот, который запрошен организацией заказчика. И первая группа, она фактически должна подтвердить через раскрытие научной составляющей то, каким образом предполагается обеспечить достижение соответствующего целевого уровня зрелости, исходя из решения конкретных исследовательских задач и той методологии, которая будет использована при решении этих исследовательских задач. Давайте перейдем к следующей форме. Она начинает вторую группу, которая должна определить подходы к организации выполнения проекта, которая фактически в последующем станет основной частью соглашения. Это техническое задание, это план-график выполнения работ и смета выполнения работ. Вот я надеюсь, что вам всем хорошо видно, потому что вы сидите перед мониторами. Пришлось таким образом изложить. На слайде вы видите фактически две составляющие. Это технические требования, которые лежат в приложении 1. Это характеристики лота, на которые объявлен конкурс. И справа техническое задание. Это структура технического задания, которая представляется как шестая форма в рамках пакета заявки на рамках того или иного конкурса. Как я и говорил, отдельные разделы из технических требований напрямую копируют в техническое задание. Раздел 7 из технических требований переходит в соответствующий раздел, это раздел 4 технического задания, которое определяет технические требования к результату, отвечает на вопрос «что?». И видите, что есть ряд разделов, которые попадают в раздел 8 из технических требований, они качуют в раздел 5 и в раздел 7 в техническое задание. В то же время, еще раз хочу сказать, это обязательные требования, которые установлены организаторным заказчиком, но отвечая на вопрос «как» и фиксирует тот состав работ, тот объем работ, который предполагаете вы как организатор и исполнитель выполнить для того, чтобы достигнуть требуемый результат, остается вашей прерогативой. И от того, насколько подробно и точно, детально вы сможете раскрыть предстоящие работы, конечно, это повышает характеристики заявки и позволяет более высоко оценить ваши заявки по отношению к той, которой соответствующее внимание не будет уделено при раскрытии объема выполняемых работ. Так, давайте перейдем дальше. Значит, форма 7 – это план-график выполнения работ. Он фактически является основанием, с одной стороны, распределения работ по этапам. И в этом смысле позволяет вам хорошие основы для, с одной стороны, обоснования и учета софинансирования в рамках этапов и выполнения отдельных работ, финансирование по которым предполагается осуществить за счет средств либо вклада организации заказчика. Ну и, наверное, что более важно для вас, как организации-исполнитель, это составить качественную смету, да, и в последующем подготовить качественный план совместных работ, который фактически детализирует выполнение работ, которые будут представлены в плане графика, в данном случае в плане графика выполнения. Вы видите, что здесь в рамках этапов увязаны планируемые работы, они увязаны с объемами финансирования, с объемами софинансирования, а также с теми отчетными документами, которые вы должны представлять в рамках промежуточных контрольных срезов выполнения отдельных этапов, которые позволят и вам, и нам настроить систему контроля и мониторинга реализации проекта.
Давайте подойдем к завершающей форме. Это форма сметы расходов. Она построена по направлениям расходов, которые предусматриваются. Еще раз подчеркну, что это прямые расходы. Вы ведете раздельный учет. Учет общих расходов, общехозяйственных расходов, которые вы относите на выполнение проекта, осуществляется в рамках тех локальных актов, которые есть в организации. Вы видите, что форма заполняется на все три этапа. Сразу хочу сказать, что условиями конкурса, условиями соглашения предусматривается возможность корректировки и сметы расходов, и плана графика, и в отдельных случаях даже технического задания, если соответствующее обоснование будет представлено. В этом смысле это не является некоторой такой догмой, которой вам предстоит идти все три года. Ну и в завершение еще хочу сказать, что все взаимодействие в рамках заявки мы осуществляем с вами в рамках информационно-аналитической системы. На сайте Российского научного фонда есть вся необходимая методическая, информационно-методическая база для того, чтобы вы могли посмотреть, каким образом это осуществляется, понимая, что основное количество участников нашего сегодняшнего совещания, те, которые принимают участие в нем, являются участниками информационно-аналитической системы, и для них это не является новостью, но для тех, кто таковым не является, то есть, что в первую очередь необходимо стать ее участником, это достигается через подписание соглашения о электронной подписи, простой электронной подписи, да, и после этого все взаимодействие с точки зрения подачи заявки, последующих отчетов осуществляется через информационную систему. Ну и еще раз хочу сказать, последний слайд, еще раз хочу сказать, что мы максимально открыты к взаимодействию. Если у вас есть какие-то вопросы с точки зрения конкурсной документации, заполнения форм заявки, прошу обращаться, мы готовы вас консультировать для того, чтобы максимально раскрыть ваш потенциал, чтобы стал понятен и в этом смысле позволить вам реализовать ваш сельский технологический потенциал, а организациям заказчикам, конечно, получить тот результат, который им необходим для реализации своих производственных задач. У меня на этом все. Я сейчас попросил Сергея Александровича Гаврилова дополнить меня в какой-то части, может быть, акцентировать внимание на тех вопросах, которые являются прерогативой в рамках экспертизы. Да. Пожалуйста, Сергей Александрович. Доклад по мере. Очень хорошо, что ряд уже акцентов сделан, что подходы к самому формированию заявки, а соответственно подходы к экспертизе имеют существенные отличия от привычных для нас конкурсов РНФ, которые уже 10 лет реализуются, многие к ним привыкли, но вот первые опыт наш проведения конкурса, вот первая очередь так называемая, уже выявила явные признаки того, что заявки пишут по привычке, в инициативных работах, и отсюда появляются трудности при оценке экспертов. Они, естественно, оценивают заявки низко, и вот если вы обратитесь к результатам предыдущего конкурса, итоги которого были недавно подведены, у нас была ситуация, когда поступили на лот две заявки, ни одна из них не была признана победителем в силу того, что эксперты низко оценили саму заявку. Ну и обе заявки. Значит, мы приняли на нашей секции научно-технологического совета решение, что
значит, один и тот же лот, то есть заявки, поступившие на один и тот же лот, по возможности экспертируются одними и теми же независимыми экспертами. И у них есть возможность сравнивать несколько заявок и оценивать с точки зрения качества подготовки заявки, понятности этой заявки. Ну и отсюда сразу вытекают и оценки. То есть они их, они даже в своих комментариях сравнивают две, ну, у нас было максимально две заявки на один лот, даже приводят сравнительные характеристики, почему они этой заявке поставили более высокую или там более низкую оценку по сравнению с другой заявкой. И, ну, и у нас еще есть эксперт, дополнительный эксперт от предприятия заказчика, и вот даже при положительной оценке заказчика, вот в случае возникновения невысоких оценок, мы, наша секция и научно-технологический совет, ну, секция рекомендует, а научно-технологический совет может принимать решение о том, что победитель не определен. Значит, вот так, такие есть особенности, и, значит, вот мое выступление будет, наверное, больше посвящено тому, как убедить эксперта, что вы способны выполнить проект, значит, что, ну, как бы, что риски невыполнения работы минимальны. И вот здесь очень хочется первое такое напутствие, как человека, который в экспертизе РНФ и фундаментальный, ну, сейчас здесь уже имеет опыт, все пункты вот, форм должны быть заполнены. То есть не должно быть необоснованных утверждений, что что-то будет достигнуто, что-то будет сделано, значит, там увеличено на 30% и больше ничего. То есть всегда должны быть, ну, характеристики, которые... Мы, ну, которые требуют документации, которую вы заполняете. Потому что есть такие случаи, когда есть информация о том, что исполнитель готов выполнить работу, но готов достигнуть результат, но результат абсолютно не конкретен. И эксперты, несмотря на то, что, ну, отрасль наша и особенно технологическая составляющая не настолько широкая, многие друг друга знают, но даже вот я, ну, знакомясь с экспертными заключениями, мы на секции видим, что эксперты работают принципиально и пишут, что да, уважаемая организация, много что есть, но вот заявки подготовлены слабо, ну и в этом случае, соответственно, получаются оценки не очень высокие. Ну, а на самом, ну, это как бы вот общее пожелание, не должно быть пустых пунктов, не должно быть необоснованных утверждений в заявках ваших. И, ну, это уже опыт вообще работы с экспертизой, работы с экспертами, старайтесь подсказывать эксперту, ну, вот качественные характеристики вашей заявки. Вот это в первую очередь вы должны для себя попытаться доказать эксперту теорему существования и возможности достижения результата. То есть не забрасывайте его там широкой терминологией, рассказывайте четким языком, почему вы утверждаете, что тот или иной результат будет достигнут. Если вы, как вот дает возможность конкурсная документация, расширяете сферу своей ответственности, то есть достигаете обязательные параметры и предлагаете, что, ну, предполагаете, что на основе этих результатов вы можете даже параметры, заявленные в требованиях, превысить, поясните, за счет чего, я думаю, эксперты это высоко оценят. То есть, и на самом деле такое требование есть и в бенпробовских моментах, когда есть ТЗ от Бенпромторга, а чтобы получить минимально проходные баллы, вы должны предложить что-то еще. Ну, здесь такой жесткого требования нету, но я думаю, это будет тем плюсом, который эксперты должны оценить. Значит, ну, а теперь коротенько пробегусь. Я тут выделил, ну, провели анализ предыдущего конкурса. Значит, у нас там было 14 заявок.
ну и некоторые типовые ошибки, которые ну, не во всех заявках, но в большинстве встречались. Вот просто для себя зафиксируйте, и это вот в подтверждение того, что нет несущественных вопросов вот в формах заявки. Значит, ну, Алексей Михайлович уже отмечал, что это, значит, очень важно иметь в организации систему менеджмента качества. То есть это то, что нам диктует промышленность, ну, иногда, ну, значит, и информацию, если она существует, то есть о тех подтверждающих документах, их реквизиты, обязательно приведите. Вот несколько экспертов как бы отмечали то, что ничем не подтверждено наличие этой системы. Это вот несколько раз встречалось в нескольких оценках экспертов. Значит, по членам коллектива и научному руководителю. То есть постарайтесь, значит, подобрать коллектив, который, ну так, или сослаться на тот коллектив, который вы планируете выполнять проект, подобрать все-таки в этот коллектив опытных людей и обязательно этот опыт раскрыть. То есть не просто привести, что, ну и в то же самое про организацию, что было проведено там несколько окрас таких-то, ну дайте ссылки на источники, где можно, если эти окры, конечно, открыты, где можно ознакомиться, что такие работы действительно были. Эксперты иногда сомневаются, ну, не имеют доступа вот к какой-то конкретной информации, ну и просят им подсказать, где найти эту информацию. Она может быть даже на сайте наших там, научных образовательных организаций, где нас просят информировать, ну, то есть иметь на сайте эти такие годовые отчеты с перечнем работ, выполненных организацией научных. То есть нужно просто, чтобы у эксперта всегда была под рукой подсказка, где убедиться в том, что вы представили, ну, там, где формальная информация, где ее можно подтвердить, найти ссылку на это. Значит, еще вот один момент, связанные с коллективом, и уже здесь особенность при планировании финансового плана выполнения проекта. Значит, вот один, ну, эксперты, профессионалы, то есть стараемся экспертов подбирать в большей степени из промышленных организаций, то есть там, где производится, либо там ну, занимаются разработками и производством, у них достаточно жесткий взгляд на требования, в том числе и к финансовым, значит, моментам проекта. Значит, было очень интересное замечание, что количество исполнителей и фонд оплаты труда, ну, не соответствует, ну, то есть фонд оплаты труда явно завышен, так как то количество исполнителей по категориям работников, о которых вот, на которых концентрировал внимание Алексей Михайлович, ну, не соответствует средним показателям по региону, по зарплате труда тоже. Не потрудитесь, все-таки сделайте, ну, пишите, что фонд оплаты труда, я знаю, в научных и в образовательных, ну, в высшем образовании организациях есть требование 200% по экономике региона, ну, придерживаться. Ну, не забудьте эксперту, который из промышленности, у них таких там показателей нет, указать, что вы работаете в, ну, в тех требованиях, которые, значит, диктуются нам со стороны государственных органов власти. Я думаю, ну, если действительно этот фонд не завышен, и количество исполнителей, которые вы представили по категориям работников, соответствует этому фонду, ну, я думаю, таких замечаний не будет, и лишние баллы терять не будете. Значит, потенциал организации, значит, ну, вот с одной стороны, это умение, ну, наличие системы качества, наличие опыта выполнения ОКР. Есть еще один важный момент. Мы там описываем, ну, заявители будут, вы будете описывать свою, ну, научно-исследовательскую инфраструктуру. У кого-то есть и производственная инфраструктура экспериментальных производств.
Ну, вот прочитаю, что, ну, такое вот замечание, оно характерное тоже и бывает, что вот перечислили набор оборудования, марок, значит, и не указали, значит, для каких методик, методов, которые вы будете применять для верификации ваших результатов, вы будете его применять. Ну, тут уже можно между разделами сделать перекрестные, ну, как бы, указания. Но самое главное, вот возможности этих технологических установок, контрольно-измерительных приборов должны быть, кроме марки, указать, что он рассчитан, например, на такой-то частотный диапазон, который вы должны будете контролировать, на точность измерения геометрических размеров и так далее. Потому что эксперты, ну, не могут знать все, ну, просто по марке, номеру там, по торговой марке, по модели того или иного прибора сразу сказать, что он годится для проведения вот этих, для контрольного измерения, ну, параметров, которые вы достигаете. Подсказывайте эксперту максимально, ну, давайте ему максимально полную информацию. И тогда все будет, ну, не будут вот такие придирки, потому что, ну, не придирки, а такие замечания, которые можно, конечно, было бы эксперту заняться, найти эту, тип этого оборудования, значит, изучить сайт производителя, но вы сами понимаете, что все-таки это ваша работа, доказать эксперту, а не его работа выступить в вашу сторону адвокатом и поставить высокую оценку при недостаточной информации. Ну, соответственно, вот когда методы и подходы к достижению результата, тоже ссылайтесь на то, на каком оборудовании вы будете эту работу, ну, проводить, осуществлять те или иные этапы работ. Значит, ну и, наверное, еще вот такой важный момент, это, ну, тоже вот он относится к значит, планированию финансовому, да, и вообще, ну, планированию в том числе работ. Вот были замечания у нас такие, что в заявке не указано привлечение соисполнителей, при этом в смете расходов запланированы работы сторонних организаций. То есть отслеживайте вот это соответствие. Если вы какого-то оборудования у вас не хватает, вы говорите, я привлеку организацию, ну, там, ну, тех же технологических каких-то возможностей, и это не обязательно, это может быть, конечно, и организация, которая ваш, ну, заказчик, но для них это будет просто возможность показать софинансирование. Но если ни у заказчика, ни у вас нет каких-то технических возможностей, вы привлекаете стороннюю организацию, ну, значит, она должна появиться уже и в заявке, ну и, соответственно, в смете расходов вы уже планируете какие-то, ну, обращение к другим организациям для того, чтобы выполнить работу. Тоже вот такое важное замечание, вполне справедливое, которое, ну, просто подсказываю, что, ну, не забывать сделать. Значит, тоже вот был у нас, Алексей Михайлович показывал слайд, где у нас там лабораторный образец, прототип, экспериментальный образец. Ну, в одной из заявок, к сожалению, была путаница. То есть в разных пунктах результатом были там три разных сущности. И которая из них все-таки будет окончательной. То есть создается одна сущность, испытывается другая. Ну, и там принимается в конце работ. Но это внимательность. Опять изучите терминологию ГОСТовскую. Это я больше уже к ученым. И все-таки старайтесь эти термины применять, ну, так сказать, в правильной интерпретации. Значит, еще вот один момент. Ну, вижу много участников, то есть на 45 лотов, значит, пришло. Вот сейчас участников вебинара более 170, то есть, видимо, ну, мы надеемся, что состоится конкурс почти по всем лотам, что, значит, на что хочется обратить внимание. Есть там пункты у нас в заявке, где, ну, представлена возможность показать, что есть готовность, ну, есть уже кооперация, сложившаяся ранее, и в том числе в интересах вот подаваемой заявки между исполнителем и заказчиком. Не стесняйтесь, вот, ну,
не стесняйтесь заказчику показать свою или там, ну, план вашей работы или общие какие-то характеристики подаваемого вами проекта заказчику. Это не является никакими там признаками, никаких признаков сговора он, ну, не имеет. Обращайтесь смело, и, может быть, заказчик планировал выполнить работу с тем партнером, которого он хорошо знал, но вы предложите намного лучшие условия или намного лучшие параметры результата. И хорошо, если это произойдет еще до стадии экспертизы, то есть вы уже будете уверенно иметь письмо поддержки от заказчика. Ну и в некоторых случаях, и даже во многих случаях, не пренебрегайте, вы понимаете, какое изделие, ну, на какое изделие конечное вы работаете, то есть вы его не целиком изготавливаете, а создаете технологии его производства и элементы этих технологий. Приложите, ну, постарайтесь как бы подтвердить вот необходимость этих работ и тех параметров, которые вы закладываете от будущих потребителей уже конечного продукта. Так, ну и, наверное, последний момент. Многие заявители, вот большинство из вот первой очереди, проигнорировали пункт вот экономического обоснования, ну, там, экономического эффекта. Здесь у вас тоже есть хорошая возможность показать, что ваш продукт станет, ну, по сравнению с имеющимся уровнем, либо более дешевым, либо более надежным, либо обеспечит производство на имеющемся оборудовании с параметрами, которые заложены, ну, там, на более высокий уровень технологий. Не игнорируйте эти пункты, вы в них тоже можете показать значимость вашей работы, что эксперты тоже оценивают, и то есть возможность получить дополнительные баллы. Ну, вот, наверное, из таких вот основных пожеланий со стороны человека и со стороны структуры, то есть научно-технологического совета, который изучает результаты экспертизы независимых экспертов, экспертов от организации заявителя и дальше принимает решение о судьбе того, кто победит или победит ли, будет ли определен победитель. Вот наши пожелания, которые возникли вот после анализа тех замечаний, где были поставлены оценки средне, ниже среднего, плохо. То есть это вот наиболее часто встречающиеся моменты. Ну и самое главное, не оставляйте пустых и необоснованно коротких комментариев к пунктам, ну, вот этой самой заявки. Ну, спасибо за внимание. Я, был... Понятно, выразил свои пожелания и желание помочь вам стать победителем. Большое, очень классное выступление, потому что очень важно, наверное, было всем организациям почувствовать, как, собственно, осуществляется экспертиза, да, на что необходимо обратить внимание. Здесь есть нюансы, которые точно подметили и которые очень важны с точки зрения формирования качественной заявки. Коллеги, смотрите, у нас, ну, достаточно жесткий тайминг, просто в силу того, что время с точки зрения технического обеспечения определяется некоторыми мероприятиями в Российском научном фонде, поэтому у нас не получится, наверное, ответить на вопросы с мест, ну, которые сейчас вот тянут руки, задают. Я коротко просто скажу по тем, которые в чате они посмотрели, которые можно прямо сейчас ответить, да, но при этом, обращая внимание, сейчас вот контакты появятся в чате, да, по электронной почте, по телефону можно позвонить и проконсультироваться. Смотрите, мы осознанно сняли те ограничения, которые традиционно ставил Российский научный фонд в рамках фундаментальных и поисковых исследований. Если вы их не нашли, это не потому, что мы каким-то образом их не учли. Это было осознанное обсуждение, да, и они были сняты. Еще раз хочу подчеркнуть, что в отличие от фундаментальных и поисковых исследований, где одной из целевых задач становится появление новых конкурентоспособных научных коллективов,
Для прикладных исследований есть одна основная задача – это достижение того результата, который поставит заказчик и который носит абсолютно утилитарный экономический эффект. Нам не важно с точки зрения, в общем, это достигнуто человеком, который принимает участие еще в 2-3 проектах. Если этот результат достигнут, собственно, это и объясняет его участие в выполнении этих работ. Это первое. Значит, второе. В части переноса средств между этапами я говорил вам о том, что это возможно, да, указано о том, что корректировка сметы происходит, но, безусловно, это отдельное дополнительное соглашение, которое заключается к основному соглашению. Это же касается и софинансирования на всех этапах с точки зрения их отражения. Да, равномерно по каждому этапу, либо в рамках 2 этапов, либо в рамках 1 этапа. Да, важно, чтобы общий объем обеспечен не менее 5%. В части накладных расходов, коллеги, я многократно сказал, что у нас только прямые расходы. Накладных расходов нет, но есть прямые расходы, которые вы можете отразить, исходя из вкладывающейся учетной политики вашей организации по локальным маркам и отнести в рамках отдельного учета на расходы, которые выполняются в рамках данного проекта. Это касается коммунальных расходов и использования общего оборудования, которое задействовано в реализации проекта. Смотрите, заявку подается только в электронном виде с использованием простой электронной подписи через ИАС. Все остальные более сложные вопросы, очень специфические, как отражать АУП, как возможно ли использовать средства 2 проектов на покупку 1 оборудования, давайте вы зададите по электронной почте, мы здесь проведем более детальную проработку и дадим более такой детальный ответ. Очевидно, что он вот так смахнул. Давайте его, наверное, не стоит. Ну что, разрешите вас поблагодарить, что вы выдержали целый час нас с Сергеем Александровичем. Надеюсь, вам это было интересно. И еще раз призываю вас формировать качественные заявки и участвовать в нашем конкурсе. Это вопрос даже не престижа Российского научного фонда, это ответственность перед страной. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. До свидания.